встреча. Сейчас пою еще одну новую песню премьерную. Вообще ее никто не слышал, даже, по-моему, места. Сначала небольшая предыстория. Вы знаете, бывает так, да, что начинаешь писать какое-то обычное поздравление, и вдруг какие-то мысли, которые вот сейчас тебя переполняют, в тебе сидят, тебе зреют, они выплескиваются на бумагу. Вот 12 апреля будет день рождения у человека, который живет в маленьком городке Выкса. Он обычный врач, хирург. Он работает в медсанчасти Выксунского металлургического комбината. Сережа Мишин. Он очень любит поэзию, он очень любит авторскую песню, как отросток поэзии. Вот. И он просто очень хороший человек. Он добрый, мягкий человек, хирург, знаете. И когда я сегодня узнал, что здесь есть врачи, а ведь здесь есть врачи, я решился спеть, потому что просто этот текст я написал на обороте сегодняшнего как бы действия. Голос разума не слышен, прилетает только в тебя, доктор Мишин, доктор Мишин, полечите наше время, а стихи уже не властны, и поэт на ладан дышит. Я прошу, расклейте ласты, доктор Мишин, доктор Мишин. Все едины, как и прежде, по своим стреляют метко. Доктор Мишин, вы не режьте, вы попробуйте таблеткой. Я прошу вас, не болейте, вам еще лечить эпоху. Лучше водочки попейте, вот и ладно, и все похуй. И пока вы есть на свете, все в душе не так уж плохо. Я прошу вас, не болейте, вам еще лечить эпоху. Я прошу вас, не болейте, доктор Мишин.